Новый аппарат УЗИ в госпитале ветеранов войн появился 1,5 месяца назад. За это время врачи и пациенты оценили оборудование по достоинству. Этот аппарат, он хорош тем, что очень много новых технологий, типа эластографии, типа фиброскана, то есть это определение плотности тканей на глубине и выявление онкологии. Это обработанные искусственным интеллектом заключения по щитовидной и молочной железам. Ну и все виды сосудистых исследований и серошкальных исследований, они обработаны при помощи максимально простого русифицированного интерфейса. То есть, по сути, это такой iPhone, да, то есть аппарат для блондинок. Старый аппарат УЗИ давно требовал замены. На новую технику средства выделил территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области. Это почти 9 миллионов рублей. Как рассказывают врачи, этот аппарат экспертного класса лучше существует только для исследований в области акушерства и гинекологии. Я думаю, что наши ветераны, они как бы должны достойно получать обследование, потому что многие из них к нам приезжают с области, с районов, с отдаленных деревень, где нет возможности пройти обследование, а в госпитале, попав сюда, они уже могут полноценно обследоваться. Современный аппарат высокого уровня может проводить исследования органов брюшной полости, сердца, сосудов, суставов, мягких тканей, щитовидной, молочной и предстательной железы. Появление такого оборудования повысило качество диагностического обследования пациентов. Светлана Карпухина, Артем Куранов, Улправда ТВ.